вы заметили, что у нас была довольно откровенная, открытая дискуссия с премьер-министром, и он очень четко выразился по некоторым вопросам. В частности, что касается заместительной терапии, Украина будет продолжать двигаться намеченным курсом и продолжать использовать заместительную терапию как средство профилактики ВИЧ. Есть цель охватить 20 тысяч пациентов программы заместительной терапии, но на данный момент это как бы текущий потолок. И если эта цифра станет больше, то тогда, возможно, придется пересмотреть существующие нормативы. Что касается пенитенциарной системы, то в данной не прозвучало каких-либо финансового плана заявлений, но премьер-министр признал, что пенитенциарная система довольно плохой форме находится в Украине, и что здесь в Украине цифры, которые были построены еще в конце 17 века, в частности, и что необходимо очень много усилий приложить для того, чтобы добиться значительного улучшения пенитенциарной системы.